Депутаты Ивановского регионального парламента внесли изменения в закон о проведении публичных мероприятий. Согласно старой версии закона, проведение митингов, шествий и демонстраций ближе 500 метров от воинских частей Вооруженных сил России запрещалось. Теперь только для областного центра это расстояние сокращено до 50 метров. Никак граждан этот законопроект не ограничивает. Выносимая поправка, что в городе Иванове 50 метров, связана с тем, что, например, когда идет какое-то шествие по площади, по проспекту Ленина или Фридриха Энгельса, да, воинские части, ряд воинских частей в Иванове расположен на расстоянии чуть дальше 50 метров. Поэтому Иваново, имеющее особый статус, как столица региона, и внесена такие вот поправки, то есть не ближе 50 метров. Что касается отдаленных воинских частей, там 500 метров так и осталось.